По состоянию на 31 января текущего года в области зарегистрировано 63 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца заболеваемость увеличилась в 4,1 раза. В сегодняшний день зарегистрировано за сутки 715 лабораторно подтвержденных случаев, из них 649 с симптомами и 66 без симптомов. В основном это обращаются с признаками ОРВИ. По профсоставу это наибольшее количество приходится на работающих, это 244 человека, школьники 140 человек, 121 это пенсионеры и остальные по другим категориям. Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня охват первым компонентом составляет 71,5%. Что составляет 46,7% от общего количества населения. Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте АШХ, снято ограничение по времени работы во всех зонах для всех объектов, допускающих посетителей, как с зеленым, так и с синим статусом. Открыто 17 инфекционных стационаров. Есть 1215 коечных мест. 704 пациентов получают лечение. Коечная занятость составляет 58%. В тяжелом состоянии двое, то есть подключены к ИВЛ двое. Добавлены 110 реанимационных коек. На сегодня 23 пациента получают лечение. Посетители с желтым и красным статусом на объекты, участвующие в проекте АШХ, не допускаются. Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Берег Манап, Кукши Ахпарат.